пришли в эпицентр боевых действий на полуострове Мурминсальте. Посмотрели на пушку. И сейчас мы спустимся вниз в подземелье и узнаем, как там все было устроено. Кто строил, кто строил? Немцы строили. Если она до сих пор не развалилась, то это немцы. Они там застряли. Ущелье нас ждет. Прекраснейшее, смотри. Какой раскол в камнях, в скалах. И там проход в подземелье. Блин, когда лето... Здесь идешь, и тут огромное количество папоротников. Кстати, посмотрите на эти подземелья, а потом вспомните, что говорят про Мурманск, что мы не можем сделать подземные переходы, потому что у нас скальная порода. И посмотрите, что сделали немцы. Ровные бетонные стеночки. Ну, идеально. Рабочие помещения, где подавали снаряды для обстрела полуострова, встречи, рабочие. Да, мне сюда себе помню, там было большая дыра, чем могло бы быть. Посмотрите, какие ровные стеночки. Страшно, но интересно. Ладно, это еще крестный. Просто ровный стеночки. Ничего особенного. Просто ровный стеночки. Идем дальше. Но в Великой Отечественной войне. То есть это было построено 41-45. Нет. Это построено до 43-го года. Ну, до 43-го. Я понимаю, я знаю, как ты делала. Ну, это свободно. Да-да! Даже не свободно делали. Там лестница! 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 А, стоп, а мы же не здесь выходили. А мы сейчас посмотрим на пушку снизу. О, вот и мать. Вот она, пушка снизу. Оказывается, с этой стороны и люди спускались, поднимались. Ну, она заклинила в одном вот положении. Выйдем там, где не заходили. Снимаю, да? Планы реализовать они не успели. Здесь заложили проход. Но если мы сейчас пройдем дальше по коридору, мы попадем с обратной стороны этой стенки. Я не знаю, зачем они это заделали. Короче, удивительно.
момент. А ты это недавно сделали? Да. Или во времена? Нет. Вот, знаете, мы пойдем справа. Мы подойдем к этому проходу. Вы не хотите? Ну, проходим. Да. Одна тут пещера. Это мы сейчас в одной ходим так долго. Ты говоришь, это самая большая, да? Самая большая, да.